18 апреля 1945 года. В течение 18 апреля войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по уничтожению остатков немецких войск, отброшенных в район города Пиллау. Войска фронта взяли в плен более 8 тысяч немецких солдат и офицеров. Захватили 80 танков и самоходных орудий, 69 бронетранспортеров, 540 полевых орудий, 416 минометов. Юго-западнее и южнее города Ратибор войска 4-го Украинского фронта с боями заняли более 30 населенных пунктов. За 18 апреля наши войска подбили и уничтожили 96 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбиты 115 самолетов противника.